А прямо сейчас обратите внимание, как удачно устроилась в машине собака на вот этой фотографии. Снимок мы нашли в одной из популярных соцсетей. Видимо, хозяин боялся, что землю с грузовика может кто-то украсть, и посадил пса охранять груз. Хороший метод, хоть и несовременный. В спорте же, наоборот, сейчас выигрывает тот, кто делает ставку на новейшие технологии. Об этом, в частности, говорили в Иркутске на Всероссийской научной конференции на тему развития спорта. За два дня специалисты прослушают различные лекции, посетят мастер-классы и тренинги. Например, накануне участникам показали новое оборудование, с помощью которого тестируют состояние спортсменов. Приборы показывают, как во время тренировки определенная нагрузка влияет на организм и как ее можно корректировать в сторону увеличения или уменьшения. Эта информация поможет тренерам повысить эффективность занятий и снизить риск травм. Оборудование будет использоваться в колледже Олимпийского резерва в столице региона. Это учебное заведение готовит спортсменов для участия в крупных, в том числе и международных соревнованиях.